Жили да были два генерала. Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре. Там родились, воспитывались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме «примите уверение в совершенном моем почтении и преданности». И вдруг, по щучьему велению, по моему хотению, очутились генералы на необитаемом острове. «Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился», — сказал толстый генерал. «Вижу, живу я на необитаемом острове». Сказал это, да вдруг как вскочит, вскочил и другой генерал. «Господи, да что же это такое? Где мы?» — воскликнули оба не своим голосом. «Что же мы будем, однако, делать? Ежели тебе доклад написать, то какая от этого польза будет? Вот что. Пойдите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад. А к вечеру опять на этом месте сойдемся, может быть, что-нибудь и найдем». Стали искать, где восток и где запад. Становились и так, и сяк. Показывали руками и туда, и сюда. Ни к чему не пришли. «Вот что, ваше превосходительство. Вы пойдите направо, а я налево. Это-то лучше будет». Врюшечка, тёрка.
Машечка, стерлядочка, душечка. Вот каб этой рыбки да на подьяческую. Еды-то, сказал генерал, почувствовал, что его уже начинает тошнить, и с умилением посмотрел на птиц. О, Господи! Еще раз прошептал генерал и перекрестился. Ну, что, ваше превосходительство, промыслили что-нибудь? Да вот, нашел старый номер московских ведомостей и больше ничего. Теперь бы я, кажется, свой собственный сапог съел. Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены. Крестная сила! Ведь этак мы друг друга съедим. Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас убийство будет. Начинайте. Вчера у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на 100 персон с роскошью изумительную. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и шекснинская стерлядь золотая, и питомец лесов кавказских фазан, и столь редкая на нашем севере в феврале земляника. Фу ты, Господи! Да неужто ж вы, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? И стулы пишут. Вчерашнего числа по случаю поимки в реке Упе осетра был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая. Кто бы мог подумать, ваше превосходительство, что человеческая пища в первоначальном виде летает, плавает и на деревьях растет. Да, признаться, я до сих пор думал, что булки в том самом виде одятся, как их утром кофею подают.
А что ваше превосходительство, если бы нам найти мужика? То есть, как же мужика? Ну да, простого мужика, какие обыкновенно бывают мужики. Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы. Мужика, но где же его взять, этого мужика, когда его нет? Как это нет? Мужик везде есть, стоит только поискать его. Наверное, где-нибудь спрятался, от работы отлынивает. Я говорил вам, ваше превосходительство, что мужика на острове нет. Как это нет? Голубчик. Спишь, лежебока? Небось, и ухом не ведешь, что тут два генерала с голода умирают. Дрыхнешь, и дела тебе нет, что генералы погибнуть могут. А ну-ка, накорми нас, забожевей. Сейчас марш работать. Живей, поворачивайся, бездельник! Хорошо быть генералами, нигде не пропадешь. Пожалуйте, господа генералы, кушайте. Довольны ли вы, господа генералы? Довольны, любезный друг. Видим твое усердие. Не позволите ли теперь отдохнуть? Отдохни, дружок. Лучина моя, лучинушка, березы. Я лучина моя.
зывая. Прошел день, прошел другой. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Леся токи и покрены, выспарнаские горы. Сабля-водка, конь гусарский, с вами век мой золотой. Я рожден для службы царской, я люблю кровавый бой. Что-то теперь делается в Петербурге на Подьяческой, ваше превосходительство. И не говорите, ваше превосходительство, все сердце изныло. Хорошо-то оно хорошо, здесь слова нет. А все, знаете, как-то неловко барашку без Ярочки, да и мундира тоже жалко. Еще как жалко-то. Надо на шитье посмотреть, голова закружится. Эй, мужичина! Чего изволите? И начали генералы нудить мужика. Представь да представь их в Подьяческую. В Подьяческую. И что ж, оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что там был, мед пиво пил, по усам текло, в рот не попало. Ну что ж, можно и в Подьяческую. И выстроил мужик корабельный корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан моря переплыть вплоть до самой Подьяческой. Ты смотри, однако каналья не утопи нас. Будьте покойны, господа генералы, не впервой. Приготовился мужик к отъезду. И, перекрестившись, поплыл. Чай, Мать Пресвятая Богородица! Свят, свят, свят! Спаси нас, Николай Угодник! Сколько набрались генералы страху во время пути от бурь да от ветров разных, от гроз да от ливней! Сколько они ругали мужичину за его тунеядство, этого ни пером описать, ни в сказке сказать! Наконец, и Нева, матушка, и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая.
забыли генералы мужика. Выслали ему рюмку водки да пятак серебра в награду. Веселись, мужичина!